Привет, зритель! Немножко интересной информации. Ставим лайк и поехали. Цяньнань Буимяоский – автономный округ в китайской провинции Гуйчжоу. Известен благодаря удивительной горе Ганденг. На скале Чандая есть участок, который не дает покоя геологам всего мира на протяжении уже нескольких десятков лет. Однако тайна мистической горы и до сих пор не открыта. Попытки разгадать секрет удивительной горы приводят лишь к новым вопросам. Феномен горы Ганденг. Название скалы Чандая имеет мандаринский корни и дословно переводится как «скала, откладывающая яйца». И действительно, на небольшом участке площадью примерно 54 квадратных метра поверхность скалы представляет собой удивительное зрелище. Весь этот участок усеян вкраплениями из камней овальной и круглой формы, имеющими почти гладкую поверхность и совершенно разные размеры. Местные жители, населяющие соседнюю деревню Гулу, утверждают, что каждые 30 лет в горе появляются новые образования, а старые просто выкатываются к подножию скалы. Это продолжается уже много лет, и самих жителей уже невозможно удивить каменными яйцами. А вот геологи пытаются найти ответ на вопрос, в чем секрет этого удивительного явления. Геологическая загадка. Чтобы тщательно изучить состав породы как самой скалы, так и ее каменных яиц, геологи совершили несколько исследовательских экспедиций к подножию горы, протестировав каждый участок горы Ганденг. Ученые выяснили, что породы на площадке с каменными яйцами скалы Чандая отличаются по своему составу от породы всей горы. Ганден в основном состоит из очень плотных и твердых отложений, в то время как часть скалы содержит известковый камень, который достаточно легко поддается эрозии под воздействием внешних факторов – дождь, ветер и тому подобное. Каменные яйца состоят из более плотной и твердой породы, соответственно, они выделяются на фоне рыхлого известкового камня. Эрозия известняка приводит к тому, что гнездо, служащее ложем для круглого камня, увеличивается и яйцо выкатывается из горы. Кажется, в этих процессах нет ничего таинственного, но ответить на вопрос о том, как сохранилась рыхлая известняковая масса, образованная около 500 миллионов лет назад, ориентировочно в кембрийский период, ученые не могут. Как не могут найти ответ на вопрос, почему в известковом камне образуется более твердое вкрапление породы, принимающее круглую форму. Священные яйца. Местные жители, конечно, давно приметили эту удивительную скалу. Круглые камни, которые из нее выпадают, считаются священными. Каждый приходит к Чандая как минимум раз в год, потому что прикосновение к божественным яйцам, еще не выпавшим из скалы, сулит удачу во всех делах. Неудивительно, что часть камней осела в деревне. Хотя бы одно яйцо имеется в каждой семье. Ей служит своеобразным талисманом, оберегающим от бед и несчастий. Предполагают, если в молодой семье есть такое яйцо, то у супругов непременно родится мальчик, что считается в Китае огромной удачей. Шуйцы специально ждут, когда круглый камень дозреет и сам выпадет из скалы, чтобы заполучить его в качестве талисмана. Вес одного камня сферической формы может достигать 300 килограммов, при этом диаметр такого яйца колеблется в пределах 30-60 сантиметров. Цвет поверхности удивительных образований бывает от черного до желтого. Встречаются экземпляры с темно-синей или бордовой окраской. От чего зависит цвет камня, определить пока не удается. В настоящее время у подножия Чандая находится всего лишь 70 камней, а за теми, что находятся пока в горе, уже стоит очередь желающих. Новые яйца небольшого размера могут быть похищены в любой момент охотниками за сувенирами, ведь оценочная стоимость этих уникальных камней сегодня достаточно высока. На самом деле Чандая не единственная скала Ганденга, несущая каменные яйца. В разных местах встречаются точно такие же участки, только они значительно меньше основной площадки. Удивительная гора стала в последнее время местом паломничества туристов из разных уголков планеты. Когда гора вытолкнет созревшие яйца, появление следующих придется ждать еще целых 30 лет. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал Остроум, нажмите на колокольчик, а также не забудьте перейти на наш сайт, странички в Instagram и Facebook, ссылки в описании.